Карабахский конфликт остается нерешенным. Состоялась встреча Путина и Пашиняна. Рубен Рубинян сообщил, что ПАСА призвала Азербайджан немедленно вернуть армянских пленных, а также отметил, что в докладе ведомства, проведенные в Армении, выборы оцениваются как конкурентные. Министры обороны России и Армении обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны. ЕС готов выступить посредником в процессе демаркации и делимитации, если Армения и Азербайджан дадут согласие, заявил Андрея Викторин. 12 азербайджанцев осуждены в Иране за акцию в поддержку Азербайджана во время Арцахской войны. Ален Симонян и глава делегации Красного Креста обсудили вопросы удерживаемых в Баку армянских пленных. На встрече с Аленом Симоняном посол Сирии коснулся дестабилизирующей роли Турции в регионе. И статистика коронавируса по Армении. Сегодня выявлено 903 случая заболевания коронавирусом, 897 человек выздоровели, 43 скончались.